«Яркий день календаря». Именно так называется выставка-конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, на которой мы сейчас находимся и которая приурочена ко Дню Учителя. А пока снаружи Дворца детского творчества проходит выставка, внутри него собрались более 600 заслуженных педагогов, ветеранов отрасли и молодых специалистов, выбравших эту непростую профессию. Среди гостей мероприятия был и глава Ставрополя Иван Ульянченко. Канун праздника, конечно же, хочется сегодня сказать вам слова глубокой благодарности за ваш профессионализм, за вашу преданность выбранной профессии, за то, что это не громкие слова, но от вашего труда зависит, конечно, будущее нашего города, будущее нашего края, будущее нашей страны. Учителям вручили заслуженные награды, медали, почетные грамоты, а также благодарственные письма. Ну, преподавание – это прежде всего, конечно, шанс продолжить в других людях вот свое дело, вдохновить их, то есть чтобы то, что мы сейчас пытаемся сделать, чтобы оно жило и развивалось в других людях. Очень много сил вкладывается, конечно, в студентов, но это работа благодарная. Выращивать будущее поколение врачей – это невероятно большая честь и очень интересно. С ними всегда чувствуешь себя моложе, сильнее, ярче, понимаешь наше будущее поколение, ну и, конечно, наставляешь туда, куда считаешь правильным. Самые теплые и искренние поздравления звучали от воспитанников и выпускников. Они желали своим учителям здоровья, счастья и терпения. Также в этот день звучали лучшие вокальные, инструментальные и хореографические выступления. Для нас сцена – это проявление себя. Мы танцуем от души, и мы очень хотим порадовать учителей, чтобы они видели то, что у них вырастают такие дети, такие талантливые дети, которые несут радость в этот мир. В Ставропольском крае в системе образования трудятся около 45 тысяч педагогов, преданных своему делу. Каждый из них действительно уникален. За это говорят их достижения и подрастающие поколения образованных и талантливых учеников и студентов. Динара Эфендиева, Арсений Саркисов, Максим Квитковский, АТВ «Ставрополь».